34-летний канадец Джошуа Бойл, его жена, гражданка США Кейтлин Колман и их трое детей приземлились в пятницу в аэропорту Торонто. Последние 5 лет они находились в плену в Афганистане у связанной с Аль-Каидой группировки «Сеть Хакани». В среду супруги с детьми были освобождены пакистанскими военными, действовавшими на основе информации американской разведки. Глупость и злодейство в виде похищения сетью Хакани паломника и его жены на последних месяцах беременности, которые помогали сельским жителям на подконтрольных Талибану территориях, блекнет на фоне глупости и злодейства в виде убийства моей дочери-младенца, а также глупости и злодейства в виде изнасилования моей жены, которое было делом не одного охранника, а произошло при участии начальника охраны и сведения командира сети Хакани Абу Хаджар. Джошуа Бойл с женой и ребенком попали в плен к талибам в октябре 2012 года, в 40 километрах от Кабула, недалеко от границы с Пакистаном. В плену у Кейтлин Колман родилось еще трое детей. В 2014 году было опубликовано первое видео, на котором боевики угрожали убить пленников, если правительство Канады и США не выполнит их требования.